Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас пустые баночки, здесь в основном Эйвен, много интересного, оставайтесь со мной до конца. Первое, девчонки, что покажу, это вот такой мицеллярный скраб Эйвен Нутра Эффект, освежающий, очищающий для ежедневного применения. Все, да, и освежение, и очищение, и для ежедневного применения, обожаю применять его на утренней основе, сейчас его перевыпустили, и он у нас теперь не освежающий называется, а что-то типа... мягкий, как-то так вот, да, теперь у нас красным написано, 7-го каталога, он у нас уже в перевыпуске, я буду брать его в следующем заказе обязательно, потому что уже не представляю свой утренний уход за кожей без этого скраба. Классный, люблю, обожаю, много маленьких частичек, он очень похож на гамаш, больше они на скраб, в скрабе обычно частички покрупнее, этот прям их много-много, они маленькие, и они, вы знаете, так слегка шлифуют вашу кожу, поэтому да, еще раз да, бывает очень бюджетная цена, в районе 100 рублей можно взять вот целый вот такой большой объемный флакончик 150 миллилитров тут. Но, девчонки, вот что хочу сказать, у меня вот этот флакон, тюбик, туба, да, в применении был довольно долго, предыдущий я быстро израсходовала, этот долго, потому что было всяких много на затест средств для умывания и так далее. Что хочу сказать, он у меня под конец применения, камера не передает, сейчас если получится выдавлю чуть-чуть, стал какого-то розового цвета странного. Но свойств своих при всем при этом не поменял. Так что, хотя срок годности у него еще нормальный, все-таки если не применять ежедневно, и оно будет у вас это средство застаиваться, то может подпортиться, да. Закончился один из любимых моих парфюмов, это Incandescence, у меня еще такой есть в прошлом заказе, я заказала 50 миллилитров, это малышка 30 миллилитров, они крайне редко, к сожалению, бывают в каталоге, за 200 с чем-то рублей можно купить ее. Класс, обожаю этот аромат, много раз вам уже говорила, он у меня в фаворитах. Мне нравятся даже не столько первоначальные нотки, как именно шлейф от этого аромата на второй, на третий день просто обалденный. Поэтому он у меня должен быть в запасах всегда. Так, дальше. Масочка. Вот такая. Avon Care с чем у нас? С маслом авокадо. Она заявлена как маска для сухой и очень сухой кожи, девчонки. Ее можно тоже в районе 100 рублей взять. Здесь большой объем, довольно-таки 90 миллилитров. Но у меня кожа комбинированная и иногда жирная. Я могу вам сказать, что вот эта маска для сухой кожи, она обалденно работает, мне кажется, на любой коже абсолютно, на жирной точно. Я вам ее, наверное, в каком-то из влогов, может быть, и показывала. Все, не выдавлю больше. У меня еще одна такая стоит в запасе. Это гелевая текстура, вот такого приблизительно оттенка, довольно плотная. Очень здорово увлажняет кожу, но ни в коем случае, вы знаете, не утяжеляет ее. Нет от нее какого-то там сверхкрутого чрезмерного питания, которое бывает от масок, которые заявлены для сухой и очень сухой кожи, да? Вообще круто работает, цвет выравнивает, лицо какое-то упругое прям вот становится, дотрагиваешься, оно действительно упругое. Поэтому эта маска у меня в Avon фаворитах, очень понравилась, я ее уже, наверное, третий раз повторила и буду с удовольствием брать еще. Закончился вот такой вот крем для рук. Это у нас Avon Care Молодость Актив, антивозрастной с коллагеном и эластином. Вот так он выглядит, девчонки. Что могу сказать? Нормальный крем. Это, конечно, не гладкие пяточки от Faberlic, но лучше, чем обычные крема и Faberlic, и Avon, другие, которые я пробовала. Мне понравился. Слегка питает, увлажняет, нормально, нормально. Закончился вот такой вот пилинг, пилинг-скатка из корейской линейки Avon. Хватило мне где-то вот этой сашеточки применений на 5, девчонки. Они приходят совсем худенькие практически, как сейчас и есть. Там очень мало продукта, 10 миллилитров всего, да? Представляете себе 10-миллилитровый шприц, да? Вот всего лишь 10 миллилитров. Что по эффекту? Скатка крутая, действительно крутая. Вот как она выглядит поближе. Я ее брала на какой-то распродаже, уже не помню, потому что за полную цену я ее не возьму. Она вот такого вот белого полупрозрачного цвета. И когда вы наносите ее на свою кожу и начинаете массировать,
то там в составе есть мелкие частички, происходит за счет этого эффект отшелушивания, пилинга, и в то же время вы скатываете, и у вас действительно скатываются комочки, поры очищаются, она хорошо вычищает поры, она довольно агрессивная. Девчонки, я не знаю насчет чувствительной кожи, подойдет, не подойдет, но я такие продукты люблю, мне вот такие нравятся. Очень похожа по применению и по составу, и по консистенции на пилинг-скатку корейскую от Faberlic из линейки ICU, но там она у нас порядка 400 рублей стоит, да, и в ней, наверное, миллилитров 75 точно есть, если не 100, то есть ее хватит на дольше. А здесь у нас получается 5 применений за 199 рублей, это крайне дорого. Продукт хороший, но я больше повторять не буду, за такой маленький объем это очень дорого. Закончился мой любимый очередной баллон лака для волос Taft. Воздушный объем, сверхсильная фиксация, четверочка. Я беру именно вот этот зеленый с розовой полоской. И какие по распродаже в пятерочке бывают, они там бывают частенько за 100 с чем-то рублей, да, те и беру. Нравится вот именно вот этот для объема. Он не склеивает волосики. Вот я сейчас с ним укладывалась, да. Волосы подвижные, в отличие там от этого Got to Be, который я в прошлых баночках вам показывала. Действительно, объем воздушный, действительно, он держится. Очень нравится. Пользуюсь им уже много-много лет и буду пользоваться только им. Так, для ног Виналгон с экстрактом пиявки, гель-бальзам. Мне кажется, девчонки, я убрала в Галамарте. Цена бюджетная. И что могу сказать? Нормальный такой крем для ног, слегка охлаждает. В таких продуктах практически во всех всегда содержится ментол. Никакого вау-эффекта, варикоз он, конечно же, не вылечит. Но просто подержать в тонусе ваши ножки, да, можно взять, побаловаться. Ну а так, обычный продукт для ног, как и все. Но охлаждение есть, действительно есть, недолгое, но оно хоть чуть-чуть, но есть. Две масочки для волос покажу. Первая из Фикса, это Лио, вот так вот она называется. Лио Про Хэйр Кеа. Вот, вот так. Они представлены в фикс-прайсе, вот эти вот Лио маски разных цветов баночки. Я взяла такую красную, по-моему, есть еще золотая, и синяя, или черная. Здесь огромный объем, девчонки, и маска-то неплохая. Она вот такая вот белесого цвета. Я уже ее в конце тут смешивала с тоником для волос, когда была в пепельном оттенке. Вот, маска неплохая, вы знаете, неплохая. Даже для убитых волос нормально так увлажняет кончики. Однозначно очень круто облегчает расчесывание. Волосы гладенькие, блестящие. Поэтому довольно неплохой продукт. За бюджетные деньги, мне кажется, рублей 77 на фиксе стоит. И второй продукт, любимый, так же, как и густое масло для волос от Фитокосметик, это тоже Фитокосметик, но коза дереза. Если густое масло стоит у нас 55 рублей баночка, то коза дереза уже стоит у нас 77. Горчичное укрепление с экстрактом лопуха, шалфеем, коллагеном. Девчонки, это очень крутой аромат, она вот такая вот слегка желтоватая, это, в принципе, такая же консистенция, как густое масло для волос. И работает также круто, и можно добиться эффекта ламинирования. Вот я сегодня делала с густым маслом для волос масочку, и вот волосики как бы, ну, блестят, живые такие. Обожаю вот эти продукты в фикс-прайсе, Фитокосметик, вообще молодцы. Густое масло у меня всегда стоит в запасе. Попробовала козу дерезу, ничем не хуже густого, но получается, да, немножечко подороже. Закончился наикрутейший, девчонки, пилинг. Самый мой любимый пилинг, которым пользовалась всю зиму от Organic Zone. Вот так он выглядит. Organic Zone можно купить на Wildberries, есть в масс-маркетах. И это довольно бюджетная продукция. Мне кажется, в районе 300 рублей стоит вот этот пилинг. Мне хватило его на всю зиму. Это АХА-кислоты для жирной и проблемной кожи. Здесь 50 мл, удобный дозатор с помпой, да. И он классный. Я прям его добила быстрее, потому что уже весна, солнышко. А следующий год не хотелось оставлять. И к тому же у него сроки годности не очень большие, потому что Organic Zone – это более-менее натуральная косметика. Он крутой, девчонки, из всех пилингов, что я пробовала, он самый крутой, вообще просто обалденный. После него лицо необычайно гладкое, да, он пощипывает, лицо начинает краснеть. Но потом, когда вы убираете это все дело с лица, прошлись тоником, своим уходовым кремушком, никаких раздражений не остается, лицо безумно гладкое, разглаженное какое-то, подтянутое. Ну, в общем, он работает так, как нужно, и лучше этого пилинга я пока не встречала, хотя он, по-моему, самый бюджетный из тех, что я пробовала. И последний продукт, который покажу, девчонки, это белорусская косметика Markel Cosmetic. Это у нас Беларусь Экспресс пилинг для лица. Вот так эта гадость выглядит.
Золотом. Ну, не знаю, какое здесь золото, девчонки. Это скатка по типу скатки. Такая вот, сейчас выдавится, белесая вот жидкость, да. Вы наносите на свое лицо, оставляете на минуточку, на две. Здесь, по-моему, есть кислоты даже в составе, если я не ошибаюсь. Должны быть. И потом как скатку скатываете. Мне вот эту гадость отдала соседка, потому что она говорит, я не могу им пользоваться, попробуй, может, ты сможешь. У меня, говорит, в пушковом волосе на лице застревают эти катушки, и трындец их просто с лица потом не смоешь. А у меня они не застревали, нет, но с лица тяжело их было смывать очень. Не, ну получается, что застревали, да. Безумно тяжело. То есть вы скатали, и такое ощущение, что вы скатали, но кожа не очистилась, а наоборот стала какая-то еще больше загрязненная. Вообще гадость редкостная, девчонки, не берите, не берите. У белорусов у них есть либо крутые продукты, либо просто Г. Вот это просто Г. Увидите в белорусских магазинах, запомните этот желтый тюбик и никогда не берите. Невозможно смыть лица, а если даже смыли, нет никакого ощущения чистоты, которое должно быть после скаток и пилингов. Лицо недовольно вот этим средством, и я тоже. Поэтому я его целиковое просто выкидываю. Ну вот и все, мои хорошие. На этом все мои пустые баночки в этом месяце. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.